Всем привет, уважаемые зрители! Кто из нас не мечтал прославиться? Ну кто? Да все! Да все этого хотят! И идут на разные безумные вещи. Это топ-5 самых опасных фотографий, которые чуть не привели своих владельцев к смерти. Итак, на 5-м месте у нас веселый пчеловод, который нацепил на себя 500 тысяч пчел. Это пчеловод Шейпинг, который в январе 2014 года решил провернуть этот безумный трюк. Ради чего? Ради всего лишь рекламы своего меда. Удивились? То ли еще будет. А на 4-м месте у нас безумная, безбашенная парашютистка, которая с дуру взяла и выстрелила ракетницей свой парашют, который загорелся. Кстати, зовут эту безумно храбрую женщину Брианна Томпс. А вы думаете, зачем она это сделала? Затем, чтобы люди не забывали брать с собой второй парашют. И когда у нее догорел первый парашют, она раскрыла второй парашют. Ну, слава богу, что он у нее раскрылся. А если бы не раскрылся, была бы не парашютистка, а была бы лепешка. Вы только посмотрите на эти глаза. В них полно интеллекта и мудрости. На 3-м месте нашего безумного топ-парада безумных фото 22-летний альпинист, который повис на одной руке на строительном кране высотой 76 метров. Это известный фрик, британец Джеймс Кингстон. Этот британец любит покорять не девичьи сердца, а местные высотные достопримечательности. А на 2-м месте нашего топ-парада канадский телеведущий Джордж Курунис. Он сделал селфи, находясь в кратере действующего вулкана Марун на острове Амбрин в Тихом океане. Вулканический селфи. Когда обычных селфи недостаточно. Он спустился с оператором примерно на 400 метров по жерлу вулкана и назвал это адом на земле. Но однако сам был явно очарован вулканом. А на 1-м месте нашего топ-поряда безумно счетное место занял совершенно безбашенный парень Джаред, который заработал весьма кругленькую сумму денег на своей фотографии. Он встал, как он думал, по его мнению, на безопасном расстоянии от железнодорожных путей и ждал поезда. С приближающего поезда раздается приближающий крик, и в следующее мгновение парень получает удар по голове и едва не падает, но этот удар спасает ему жизнь. Его ударил машинист проезжающего поезда ботинком по голове. Ну, Джаред хорошо подсуетился, подписал контракт с компанией Jakin Media, и теперь за каждый просмотр его видео на YouTube он будет получать неплохое денежное вознаграждение. «Я не ожидал обрушивающей славы», — прокомментировал Джаред. Ну, так же, как он не ожидал ботинка, который прилетел ему в голову. Американские журналисты посчитали, что Фрэнк заработает на подписанном контракте 250 тысяч долларов. По словам канадца, он планирует потратить гонорар на учебу киношколе, а на оставшиеся деньги мечтает осуществить поездку в Перу, где сделает еще какое-нибудь безумство. Дорогие зрители, спасибо, что посмотрели мой топ. Если понравилось, не забудьте подписаться, поставить лайк. Буду рад конструктивной критике. Всем спасибо за просмотр.